22 июля. Крис порвал со мной любые общения, но непонятно почему. Ну и обидно. Ну и пофиг. Это такое веселье, да. Дождик, телефон мокнет. Ну чё, тут зашибись. Да, выходим быстро. Снимаем. Скорее. Жестоко. Хороший ливень. Грибы сейчас попрут. Да, шум, конечно, стоит тут. Мама, не бери. По крыше бьет. Да. Сейчас кончится. И будет продолжение праздника. Мясо сделаем. Блин, а? Вот фигачит. Барсело, Империал. Соточка, наверное. Тут тоже где-то 150 мл, 120 мл. Неплохой, обоставил бы виски за 1500-1500 рублей. Это прям, да. Гремит, мама, не горюй, не слышно, наверное, ничего не будет. Но сразу извиняюсь за звук. Плохо слышно. Гнездо. Да, он такой прикольный, маслянистый, мягкий. Обалденно. Ну, ром еще лучше. 10 лет выдержки. Это роскошнейший, шикарнейший напиток. Напиток богов. Доминиканских богов. Ставьте лайки, подписывайтесь. А дочь. Дождь. О, немного сбавил. Но все равно. Фигачит. Птицы улетели все. Так хорошо возле леса. Зашибись. Ну и вот самое там. Дороги. Как все тут затянуло, капец, просвета нет, только тут вроде просветит. Ставьте лайки, подписывайтесь. А как вы отдыхаете?